Здравствуйте, дорогие друзья! С вами снова фирма Петерсон и я, Эдуард Петер. И сегодня речь будет о том, что на последних фотопосиделках я услышал о том, что существует такая интересная штука, называется она Creative Mart. И там как бы можно выставлять тоже свои работы, как-то там свои цены, магазины создавать и так далее. То есть мне так это настойчиво посоветовали пойти туда и поставить свою работу. Но, может быть, это совпало, потому что до сих пор не знаю, что делать со своим стимпанком. Фотолия и Шаттерсток отказывают мне постоянно, требуют лицензии. Некоторые работы проходят, некоторые нет. У меня около 400 фотографий, и я так подумал, думаю, а может быть, я там нишу открою, магазин стимпанковский. Ну, в общем, интерес есть, и тем более, что двое моих друзей, коллег, подписчиков прислали мне информацию. Одна из них видеоинформация, там около 2 часов тетенька рассказывает о том, как она там на этом видео на креативном маркете. Но вы знаете, по нудности, мне кажется, она превзошла даже меня. Потому что 26 минут рассказывать о том, как она будет вести передачу, куда она будет смотреть и как она это будет делать, 26 минут. Я не выдержал, уснул. Я смотрю и такие вещи на ночь. Поэтому я решил ее не дослушивать, потому что дошел до страшной для себя вещи, что там надо все оформлять. Но не это, я сам оформитель по профессии, вы знаете. Но что там надо все описывать на английском языке. Боже мой, я на русском ненавижу это делать. На немецком терпеть не могу. На английском, который я не знаю, как я это буду делать. Но, как говорится, на миру и смерть красна. И посему я решил вместе с вами это сделать. И вообще, это, наверное, может быть интересно, что как вот новичок такой, да, без знания английского, вот, пытается продвинуть свой продукт на креативном маркете. Я думаю, это будет интересно. Я никогда не боюсь показаться смешным или еще что-нибудь. То есть я стою на уровне таком общем. И поэтому рискнем мы с вами вместе. Если интересно, да, то напишите мне в комментариях, хотите ли вы это. Я планирую делать следующее. То есть вот эти кусочки обзоров о том, как идут мои... Запрос, как идет, да, какие работы я туда послал для экзамена, там какой-то экзамен, вот, как это сделать и так далее. Потом там еще различные подводные камни, как мне сказали, есть. И я бы хотел вам показывать примеры своего оформления этого магазина, описать, может быть, с вашей помощью, может, кто-то из вас английский знает. Но неважно. В общем, вот такое предложение. И начнем мы с вами с места в карьер, потому что, ну, как бы, ну, не люблю я эту резину тянуть, ребят. Давайте мы слушать 2 часа объяснения какие-то чьи-то. Давайте сразу начнем. Вот у меня есть информация все о микростоках. И вот здесь написано, что Креатив Марш, что такое, это магазин цифровых товаров, что какие-то есть тут вопросы различные, и мы с ними со всеми столкнемся. И вот теперь мы начнем как бы ломиться в открытую дверь. Как открыть свой магазин на Креатив Маркет? Для начала необходимо зарегистрироваться. Так, хорошо, давайте попробуем сегодня вот это, зарегистрироваться. Пока не споткнемся о чего-нибудь. Так, как он называется, этот магазин? А вот здесь, creativemarket.com. Хорошо, вот сейчас. Так, угу. Вот уже какие-то. А вот здесь стоит, что пошлите, create your free account. Ну, вот создайте свой свободный. Через Facebook, не, Facebook я не хочу, я даже о нем слышать. Так, а вот
Эмейлом это мне, наверное, подойдет. Давайте попробуем. Вот я сейчас. Ага. Ну, имя первое это мое. Пум-пум-пум. Первое, фиц. Это Эдуард. Конечно же. И последнее мое имя это Ласт. Пита. Так. Email адрес у меня даю. Так. Возьму я обычный свой. Я там поставлю ящичек специальный. Имя мое. Ради стокер, не буду менять. Стокер и паспорт. Ну, сейчас паспорт какой сделаю. Я у меня тут паспорт всякий сделаю, такой же, как на шаттере. Допустим. Не скажу, какой. Ну, длинный. Так, хорошо, посылаем. А, подождите, еще собаку не поставил. Запомнить, ну, конечно, запомнить. Так. Так, теперь он говорит открыть. Unlock это открыть. 6 свободных гудов. Нет, что-то я пока ничего не хочу открывать свободного. Об этом как раз не говорилось ничего. Так, стоп, возвращаемся к описульке. Где описулька? Вот она. Так, ладно. Нажмите Джон. Но он автоматом пошел. Выбирайте способ регистрации. Понятно. Далее нажмите верхним слово Open Shop. Так, нажмите Create Account. Хорошо, теперь нам далее нажмите верхнему слева Open Shop. Так, ну-ка, где здесь? Я там не видел такого. Ну, так. Ну, то тут свободно какие-то закричать. Так, это что? Где открытие шопа? Вот, пожалуйста, пишет. Вот, откройте там наверху шоп. И где я его должен открывать, этот шоп? А, вот, ребята, извиняюсь, самый первый не заметил. Открыть. И здесь Power to Creators. Ну, девушка сидит там, рисует такая вся креативная, да? Зачем еще раз открывать шоп? Ну, давайте еще раз откроем. Вот, так, вот это мы открыли. И теперь смотрим. Ой-ой-ой-ой, так. Диана, блин, вот. И перевод, слава богу, есть запрос на предложение. Request in... Не буду читать.
Так, your shop space unlimited. Ну-ка, это вот то, куда мы попали. Да, вот, мы ограничены тут. Чем вы там ограничены, ребята? Чем вы ограничены? Да что мне вылазит эта моя конверсацион? Не надо мне это. Вот она. Так, первая графа забрать. Укажите ссылки на продукты и магазины, где вы сейчас продаете. Вторая графа. Укажите ссылки на ваше портфолио. Так, почему вы хотите открыть магазин? О, мама моя родная. Запросить приглашение. Ну что, ребята, первый вопрос у меня такой, что укажите ссылки на продукты и магазины, где вы сейчас продаете. Так, хорошо, у меня на Шатере и на Фатоле. Я могу указать свое портфолио. А почему опять укажите ссылки на ваше портфолио? Странно. Почему вы хотите открыть магазин на Creative Market? Да. На английском, конечно. Напишите им, почему вы хотите открыть. Ну, я могу сказать, что я вот хотел бы свои инклюзивные, креативные вещи поставить сюда, чтобы меня не доканывали инспекторы из Шаттера и с Фатолия. И хотел бы сам определять цену на это, на свои работы. И вообще хотел бы расширить свою возможность продавать работы для всего мира. Вот где-то так. Ну, теперь мне надо сделать это на английском языке, ребят. Ой, так. Я вот думаю теперь, а не подделать ли мне свою страницу, которая у меня есть. Так, сейчас мы ее посмотрим. Она еще целая или нет? Я не заглядывал туда вечность. Это минус work. Ну, сразу на английском они сразу поймут, что это дела эдуардовские. Вот. Так, и что здесь у нее? Но тут все на немецком у меня. Так. Продукт фотографии. Ага, тут есть. Но не актуально. У меня есть лучшие вещи. Потом видео туториалс не надо им будет. Контакт не надо будет. То есть, если, допустим, указать на свою страницу, то мне надо ее расширить прямо сейчас. Поставить туда, допустим, вектор и что-нибудь типа такого иллюстрации. Или стимпанк. Вот дополнить. Я не знаю. Я спрашиваю тех, кто, допустим, в это разбирается, что ссылки на продукты или магазин, где вы сейчас, но я там не продаю. Вот в чем дело. Могу я указывать ссылку на свой сайт? Или все-таки написать здесь Фатолия и Шаттерсток, да? А потом на свое портфолио. Попасть на Creative Market для кого-то непросто. Отказы приходят по много раз. Кто-то проходит с первого раза. А, вот здесь разъяснение есть. Я извиняюсь. Тут, кажется, все уже описали. Так, ладно. Ссылки на продукты или магазин, где вы сейчас продаете. Ссылки на сайте, где вы продаете свои работы. Например, укажите портфолио на Shutterstock. Окей. Укажите ссылки на ваше портфолио. Ссылки на подбор лучших работ. Так. Здесь говорит, что 10 лучших разноплановых работ. Ну, это ради бога. Фотохостинге 3 сета. Отдавать предпочтение сложным картинам непростым. Здесь вы можете... Здесь очень популярный экшен, но это неинтересно. Почему вы хотите открыть? Так, ну, в общем, я понял так. Ладно, здесь в первой графе я напишу фотостудия Shutterstock и дам ссылку на него. Теперь портфолио. Я так понял, что надо сделать, не страница им не нужна, а я сделал на фотохостинге, это фотохостинг какой-то есть, или Behance.net. Так, и не надо отправлять весь портфель. Так, вот это надо посмотреть. Давайте глянем, что это такое. Вот это вот.
Хотя, я говорю, я мог бы свой сайт сделать. Мне это легко. Так, хорошо. Сейчас глядим. Я так чувствую, что мы опять попадаем. Что это такое? Так. А, это досал где я. А, теперь еще не нашел. Так. Вот. Show Gassi Discover Creative Work. То есть вот здесь, наверное, можно что-то свое такое создать. Пошли нам email. И вот здесь, наверное, есть такие возможности. Ну-ка, Собакина, если посмотреть Собакина. Это я понимаю, что тут что-то можно создавать, а потом сюда давать ссылку, да? Ну вот, ребята, мы стопанулись. То есть я сейчас должен найти возможность своих 10 лучших работ загрузить. Это как раз не проблема. Таких работ у меня много. Лучших, какие я считаю. Другое дело, что считают и так другие. Ну, в общем, понятно. Я вижу, тут опять все на английском. Мама дорогая, вы можете что-нибудь сделать хотя бы на немецком, а? Есть какая-нибудь возможность? Или я должен мучиться с вашим английским вечность свою, пока я его не выучу? Так. Угу. Джоб мне не надо. Ну-ка, если сюда нажать. Да, Джонни, тут понятно. Приват полис прочитал, это прочитал. Ну ладно, в общем, ребята, я так должен с этим делом разобраться. И следующее видео будет о том, как я вот заполнил вот это на английском языке, чего я хочу. И потом, где я создал такое маленькое свое портфолио и туда направил. Пока вот таких два камушка, один булыжник. Ну, ничего. Я думаю, что сообща мы с вами как-то это сделаем. Я говорю, не забудьте написать, если информация интересная, то я буду для вас ее продолжать. У меня есть свой интерес, потому что я говорю, в одиночку не люблю такими вещами заниматься. А когда как бы вместе, тогда мне легче. Ну все, тогда, ребята, до следующей встречи. Пока.